Сбер разработал приложение для заготовщиков дикоросов. Сервис «Сезоны сбора» помогает автоматизировать процесс закупок и управлять всей цепочкой – от приема до переработки. Цифровая инфраструктура была представлена на Восточном экономическом форуме. Получилось, что у нас клиент из отрасли как раз сбора и переработки дикоросов попросил ему помочь решить конкретную проблему. Мы помогли ему, разработав цифровое решение, да, и основываясь на этом опыте, по сути, для других клиентов, сделали решение, которое, ну, как программное обеспечение может использовать любой клиент. То есть скачивать приложение и работать с помощью приложения, повышая эффективность своего бизнеса и снижая затраты. Сервис представляет собой мобильное приложение, которое работает как для скупщиков продукции, так и для самих сборщиков, а также онлайн-портал, на котором отмечены точки сбора, инфраструктура компании, логистические процессы, грузооборот и многое другое. Так сервис помогает бороться с небрежными приемщиками и менеджерами, которые совершали приписки. Например, покупали ягоды за 100 рублей, но в тетрадке указывали цену в 110. С помощью приложения этого можно избежать, так как все закупки осуществляются безналичным способом. Сотрудник приемного пункта принимает товар, взвешивает его, вбивает вес в приложение, получает его стоимость и переводит средства на банковскую карту сборщика. Цены устанавливает сам бизнес на те товары, которые он готов собирать, принимать. Эти цены видят только приемщики. Сборщики не видят, ну, не видят ту цену, по которой он готов у него закупить. Здесь мы долго над этой функцией думали, и здесь как бы две мысли на этот счет. Во-первых, не создавать внутреннюю конкуренцию, чтобы бизнес на даже таком базовом этапе, когда мы только внедрили, там, у него не было одного крупного демпинга по отношению к более мелким приемщикам. Вот. Ну и чтобы в первую очередь сборщики могли идти, ну, на пункт, на который им удобнее прийти, узнать цену, понять, как комфортно для них, и уже там дальше принимать решение. На территории Дальневосточного округа услуги сервиса успели протестировать только предприниматели из Приморского края, но потенциал для развития очевиден. Именно регионы Дальнего Востока и Арктики могут обеспечить поставку дикоросов для всей страны. Отметим, что рынок всего, что закупается у населения, огромен. Нужно как можно больше внедрять подобных цифровых решений. И можно сказать, что Сбер задал тренд для остальных участников отрасли. Анна Дьякова, Олег Завьялов, Анастасия Кравченко. Новости на Восьмом.